правительство Польши начнет обсуждать возможность размещения ядерного оружия США в стране. Соответствующие обсуждения должны начаться 1 мая, поскольку в этот день президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Дональда Туска в президентский дворец. Польское правительство хочет прийти к общему согласию относительно размещения ядерного оружия в рамках программы НАТО «Nuclear Sharing». Дуда отметил, что во время визита в США вопрос участия Польши в программе ядерного оружия возникал как в разговоре с политиками, так и со СМИ. «Я дал комментарии по этому поводу для польской газеты. Премьер-министр Дональд Туск тогда сказал, что хотел бы встретиться со мной и поговорить на эту тему. Я ответил, что, конечно, готов», — рассказал Дуда. Премьер-министр Туск положительно отреагировал на встречу, поскольку этот вопрос является важным для безопасности Польши, но требует детального обсуждения. «Эта идея является очень массовой и очень серьезной. Я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление», — отметил Туск. В рамках этой программы ядерного сдерживания Nuclear Sharing, США имеет возможность размещать свой арсенал в некоторых странах НАТО. Такие страны, как Нидерланды, Италия, Германия и Турция уже являются участниками этой программы. Напомним, что разговоры о размещении ядерного оружия на территории Польши начались еще в 2022 году. Кроме того, США также планируют создать дополнительные базы хранения и на территории Соединенного Королевства.